такие дни, такие ночи. Каждый хочет отломать кусок побольше. Ну будь аккуратным, отче, а то мы миг навек закроем твои очи. Такие дни, такие ночи, короче. Давай быстрее задавай твои вопросы. Ответь не обещаю после. Это не твое дело, какие у меня грозы. Только знай, твои бабки это мои тоже. Вы хотите драться без проблем, спокойной ночи. Вот он упал, морал я не читал. Потом я заметил, он не дышал. Давай тащи его в подвал. Нашел кошелек, этого я не знал. Пиздец, отец, мусор, это завал. Что сейчас будем делать? Что сейчас будем делать? Скажите мне, пацаны, что сейчас будем делать? Давай, 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 давай. Ну а что будем делать? Разруливать эту тему. Если ты его ёбнул, так небо хотело. И теперь он просто тело. О чем он думал, когда шелка нам скидала вам на дело. И выхода два, только есть у нас сейчас. Либо валим мы их, либо они валят нас. Братка, хватай лопаты и без палива подгоняй машину. По пути ты не дыми резиной. И выхода два, только есть у нас сейчас. Либо валим мы их, либо они валят нас. Мы завернем его сейчас, полиэтиленовый пакет. И увезем за город далеко. Туда, где камер наблюдений нет. Давай, 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 давай. Такие дни, такие ночи. Каждый хочет отломать кусок побольше. Ну будь аккуратным, отче, а то мы миг навек закроем твои очи. Что есть 6 миллиардов способов, как сдохнуть. Чем? Каждый выберет себе дорогу и учтет, что есть 6 миллионов способов, как сдохнуть. Но я знаю лишь одно, все умрут. Рано или поздно. Рано или поздно. Я себе выбрал дорогу. Я люблю жить. Надеюсь, ты тоже любишь жить. Yeah.